марта – это самый любимый праздник для мужчин и самый долгожданный для женщин. 8 марта – восьмерка. Это признак бесконечности. Мы говорим теплые слова своим женщинам. Самый красивый праздник. Когда мужчина, наконец, откладывает все дела. Женский день дружбы с мужчинами. Женщина обаятельная, ответственная, успешная. Такая горячая, гремучая смесь. С летящей походкой. Много работает. Женственная, красивая. Деловая, серьезная. При этом яркая, обаятельная. Образ ее состоит из красоты, ума. Они многозадачные. За что я люблю женщин? За то, что они у нас есть. Это и теплота, и доброта. За то, что они женщины. За преданность, за верность. За вдохновение и за сумасбродство. Безусловно, за красоту. За нежность. За ласку. За то, что они вот своим присутствием вселяют в нас спокойствие, уверенность. Женщина для меня – смысл жизни, цель жизни. Ну, за то, что они есть. А за то, что они позволяют мужчинам находиться в счастливой иллюзии, что главное – это мужчины. Никто не знает до конца, чего хотят женщины. Но мы стараемся сделать все, чтобы их желание удовлетворить. Женщины хотят любви, безусловно. Удивляться. Но все они хотят признания. Любви и счастья. Нежности, ласки. Наличие рядом надежного и верного плеча. Быть понятыми и услышанными. Чтобы семья была, здоровье было, чтобы все было хорошо дома. Стабильности, наверное, в первую очередь. Чувствовать заботу. Простого семейного счастья, понимания там, своих чувств. Любви и надежности. Я желаю женщинам любви, внимания. Просто отдохнуть. Оставайтесь любимыми и любите. Я хочу пожелать всем вашим мужчинам, чтобы они делали все для того, чтобы вы себя по-настоящему ощущали женщиной. Чтобы все было так, как хотят женщины. Позитивных эмоций, которые может подарить этот день, весна. Красоты, достойных мужчин. Всего самого хорошего. Будьте оптимистичными. Понимание. Чтобы они почаще удивлялись. Чтобы все самые сумасшедшие желания обязательно сбывались. Любить своего мужа и своих детей. Счастье. Тепло, нежность и любовь. Ну, конечно же, уюта в доме. Чтобы они вставали, я не знаю, под пение соловья, а ложились под серенады. Чтобы они вдохновляли нас на свершения. Большое им спасибо за то, что они есть. Самое главное, чтобы все то, что вы задумали в жизни, у вас получалось и было успешно. Семья, муж, работа, все то, что вас окружает, вас радовало и удовлетворяло. С праздником! Любим вас, дорожим и точно не подведем.